Том и Джерри. Да я, наверное, это за полчаса пройду. Но как бы не так. Том проказник похитил племянника Джерри, Таффи. А Джерри спешит его спасать. Пчелы, пауки, паутина. Что происходит в этом доме? Посмотрите на мордашку Джерри. Этот сыр точно можно собирать. Хочешь поймать мышку, а она... На, молотком, на, еще на! А Тому слишком лениво. Очень лениво. Правильно, а зачем ловить этого мышонка, если он... Дезинсектор! Харатакири! И в кулинарии магёт, и в пчеловодстве... Упс! Ой-ой, в строительстве и электрике. И в безопасности никаких петард в помещении, усатый. Что тараканы делают в ванной? Сеанс экзорцизма. Финал. Ну, кот, береги усы. Кто хорош, я хорош. Выпустите этого мышонка, ему срочно нужно в туалет. В итоге Том и Джерри решили не заниматься бесполезной борьбой. Том написал и защитил диссертацию о влиянии сыра на мышей, а Джерри поднял многомиллионное состояние на авторском курсе личностного развития «Ты можешь все, а если не можешь, съешь сыра и попробуй еще раз». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Всем добра!